Всем привет! Вы смотрите поверхностный обзор игры Total War Arena. Я второй раз записываю это видео и постараюсь без запинок рассказать, в общем, начало такого видео. В общем, Wargaming предлагает игрокам новую такую игру Total War Arena, то есть еще закрытое бета-тестирование, которое еще было в начале 2015 году. В общем, суть такая, если вам уже надоели танки, то есть World of Tanks, и вы хотите попробовать какую-то новую игру, ну, в роли себя другого игрока, в общем, то Wargaming предлагает Total War Arena. Wargaming, они акцентрируют свое внимание на исторические игры, то есть история для истории. Должно быть понятно, да, то есть исторические, чтобы все их игры были связаны с историей, то есть не было никакой там фэнтези или какой-то фантастики. Я, в общем, начал играть в игру Total War Arena, и меня эта игра, в общем, поглотила полностью в голову. Я когда записывал на OBS игру, то решил отказаться комментировать, в общем, на этот микрофон, потому что звук был ужасный. И я решил отдельно записать комментарии на планшетник через Sound Recording, в общем, через ту специальную программу. Ну и, в общем, поехали по этому поверхностному обзору игры Total War Arena. Еще раз всех приветствую. Total War Arena, играю в бета-тесте, вот на европейском сервере, на русском сервере не играю. Вот, в начале дается, в общем, Германикус, то есть самый элементарный, полководец или просто командир. Вот здесь есть царь Леонид, знаменитый этот царь Леонид из 300 спартанцев, то есть каждому полководцу или командиру дается 3 отряда в игре. Как выйдет, когда релиз игры, я не знаю, то есть так это будет или нет, поэтому про плюсы и минусы этой игры я не буду говорить, то есть я здесь просто поверхностно так вам комментирую, в общем, эту игру. Играю, кстати, на низкой графике, то есть здесь у меня вообще низкая графика, как заметили, то есть самая низкая, потому что при средней графике у меня FPS падает, в общем. Также, если у вас там, допустим, начали играть, то здесь в закрытой бета-версии, так будем говорить, в общем, можно играть против ботов, так как еще здесь есть, в общем, статистика, как и в танках, только здесь, в общем, как видите, отряды, тоже другие вот там награды. Дальше тут titles, в общем, ну, как видите, все на английском языке. Вот, как раз, вот, буду учить английский язык, ну, кто-то дополнительно там немножко опять запинаюсь, но ничего страшного. Вот, как видите, игра на низкой графике, это полное разрешение моего экрана. Вот, как видите, все, графические настройки, вот. Ну, я думаю, у кого хороший, мощный компьютер, наверное, было бы не очень так играть на такой низкой графике, да. То есть, а я могу, мне главное, чтобы FPS был. Вот, и то, когда я записывал на OBS, там вообще было 14 FPS. А при таких настройках у меня, в общем, выдает, ну, 30 выдает FPS. Ну вот, нажимаете, в общем, play, и вы будете играть с другими игроками. Вот, пока идет загрузка боя, или пока игра ищет других игроков, то есть здесь 10-10 идет игра. Вот. Забыл, что хотел сказать. Пока загружается, да, идет время, то есть можно прокручивать и смотреть. Смотреть, что там смотреть. В общем, ну, дополнительные просто такие подсказки. В танках такого не было, в общем, да. То есть там просто идет загрузка. А здесь как бы вот закрытый бета. Ну, пока так выглядит, в общем. Вот. Как видите, здесь
я буду играть за Цезаря. Он хорошо командует катапультами. Мне очень, кстати, понравилось играть катапультами. Вот, время вышло. Ну, как раз подошло время. Я нашел игроков. Вот немножко просто волнуюсь, когда я пробую просто это все прокомментировать, то как-то... Не знаю. Ладно, в общем, есть такая карта Рубикон, в общем. Я плохо знаю историю, но, в принципе, если почитать историю, то Рубикон... Ну, здесь все, в общем, написано на английском языке, а кто будет, надумает поиграть на русском сервере, да, в русском клиенте, то там, конечно, будет все на русском написано. Также в правом нижнем углу загрузка идет, то есть загружает эту карту. Вот. Дальше пока без комментариев. Да, некоторые моменты я не буду комментировать, где-то буду комментировать. Как видите, я сам вверху, это моя команда, значит 10 на 10. Когда начинается, в общем, такая загрузка, да, вот когда еще не все могут загрузиться, вот у кого хороший компьютер, тот может быстрее, кто-то медленнее. Все зависит, какая у вас там скорость интернета, в общем. Вот, пока идет время, да, то есть там 50 секунд, потом 40 секунд, вы можете изучить карту и примерно подсчитать свою тактику, ну, в голове продумать уже тактику, то есть, если у вас арта, значит, вы, понятно, то есть, не арта, а ее просто катапульты называют в игре арты. В общем, вот катапульты, если играть, то надо по краю карты стоять, либо, знаете, грубо говоря, на холмах. Иначе вас найдет другие отряды и уничтожат. Но для этого там надо с кем-то возводе, да, играть, чтобы кто-то охранял эти катапульты, чтобы кавалерия, ну, на конях кто приедет, чтобы не уничтожили ваши катапульты. Ну, там, конечно, нужно смотреть, надо постоянно смотреть за картой, быть внимательным. Вот я поставил, в общем, свои катапульты. Значит, вот я отмечаю, да, то есть отмечаю. Некоторые моменты мне сложно тут как не объяснить, а комментировать. Но я, в общем, стараюсь с первого раза все это прокомментировать, весь этот геймплей. Вот, я нечаянно нажал, вот и обратно, кстати, нажал. Вот, начался бой, реальный бой против других игроков. Кстати, русские здесь тоже играют, русскоязычные, только я не могу понять, это для европейцев, либо для всех. Вот один момент, я все-таки не могу понять. Но когда игру устанавливал, то был на русском. Когда я захожу уже в игру, то все полностью на английском. Но, скорее всего, я играю на европейском сервере. В общем, что касается катапульт, это арты, то я считаю, что на ней интересно. Я реально, когда я увидел, что здесь есть катапульты в этой игре, ну, в общем, в этой онлайн-стратегии, то я реально, ну, обрадовался, в общем. В общем, такая какая-то есть в этом, в общем, эпичность. Как видите, за кого я играю, нас... Блин, вот смотрю сейчас через Sony Vegas, плохо вижу, но вроде нас как бы больше по очкам. В общем, хотел сказать, что выигрывает та команда, которая либо больше очков набрала, либо захват базы. Вот, все очень просто, кстати. Кстати, если противник не подсвечен, то, как видите, с правой стороны не будет видно, какие у него отряды. Только команда в начале боя может видеть свои отряды. А когда релиз игры выйдет, то не знаю, так будет или нет. Но, в принципе, мне нравится. Вот, мне нравится. Но я говорил, что я не буду говорить про плюсы и минусы игры, потому что это пока закрытая бета. Вот, я уже начал, как видите, стрелять катапультами. Кстати, там можно... Если не в самом начале не сказал, то можно дополнительно для катапульты, для пехоты и для других отрядов можно дополнительно покупать, ну, какую-то фишку, то есть где отряд будет в общем, ну, как бы лучше, то есть быстрее, либо он будет хорошо снаряжен, либо
У нее какая-то будет там, ну, какая-то магия, в общем. Я для катапульт купил просто, дополнительно, как это называется, уголь. Горячий такой уголь. Ну, огненный уголь, короче, чтобы эти снаряды стреляли по противнику, по отрядам противника этим горячими снарядами, в общем. Но они тоже ограничены, то есть они не могут быть бесконечны. Понятно, что в истории там не было, чтобы они бесконечно были. Вот, то есть это было какое-то ограничение. Вот. Пока буду без комментариев, потому что некоторые моменты мне сложно комментировать. В общем, пока в эту игру играю, получаю большое удовольствие. Вот, что в итоге выйдет, не знаю, потому что еще раз повторю, что я люблю повторяться. Что из этого хорошего выйдет, какая будет посещаемость, я не знаю у этой игры. Вот, но мне пока нравится. Ну так, без плюсов, просто без фанатизма, мне нравится. Мне нравится, потому что можно управлять, как и в любой онлайн, в любой, то есть, стратегии, большими армиями. Там идешь и такой за Спарту, за Леонида. Тут, ну, я играю за Юль Цезаря, потому что он хорошо командует, в общем, этими катапультами. Ну, понятно, что царь Леонид тот же взять, он хорошо командует отрядами копьеносчиков, ну, кто с копьями, понятно, вот. А если взять этих римских, римские отряды, пехота, то там у него свой есть этот командир, забыл уже. Вот, так, пока будет без комментариев. Ну, как видите, наша команда побеждает, ну, то есть моя команда побеждает. Я, кстати, здесь очень плохо сыграл, ну, то есть по очкам, то есть я очень мало убил. Но зато я... зато мой ни один отряд не погиб в этом бою. Вот. Так, без комментариев. А, вот, кстати, по поводу катапульт, да. Я пока на 4 уровне. У меня есть ограничение по радиусу. То есть, это эти пока катапульты, или одна катапульта не может стрелять на всю карту. Там надо все это прокачивать, исследовать. Вот, но это отдельный такой момент, как и в любой онлайн игре. То есть там дается опыт, серебро либо золото. Ну и как и в танках, понятно. Вот так, пока без комментариев. Теперь опять буду комментировать. Кстати, тут есть отряды лучников. Мне, ну, как-то поиграл, но... как бы каждый найдет свое. Кому-то вот будут лучники нравиться, кому-то там вот пехота. Вот, все, победили, потому что захватили базу. Вот, в конце боя, когда бой заканчивается, показывают лучшие игроки и у кого какой счет. Вот, сейчас покажу результат этого боя. Вот сейчас загрузка. Ну вот, общая, да. Я играл за Гая Юль Цезаря, катапульты, отряды катапульты, то есть вот им дается тоже опыт. Командиру тоже дается опыт. Вот я самым внизу этой таблицы. Ну, грубо говоря, хуже всех сыграл. Вот. Блин. Мне это убрет. Ой, блин. Извиняюсь. Блин, второй раз не буду комментировать. Кстати, вот если у вас есть премиум, то у вас там какие-то плюсы. Больше комментировать не буду. В общем, если вас эта игра заинтересовала, то вся дополнительная информация под этим видео. Ставьте, в общем, лайк, либо дизлайк. Кто хочет, подписывайтесь. Всем пока.